Продолжение темы. Еще одна уникальная выставка под названием «Узелки на память» открылась в Чувашском национальном музее. Известная московская художница Ирина Андреева воссоздала свое детство из сваленной шерсти. Причем автор не просто представила несколько войлочных скульптур, а попыталась восстановить деревенский дом своей бабушки. Точнее, детские воспоминания, в которых он остался. Эта история, рассказанная автором, хоть и глубоко личная, но каждый раз оказывается близка и понятна каждому. Выставка работает до 31 января 2016 года.